Привет, ребят! Сегодня на обзоре среднечастотный динамик от компании SWAT. Это модель SP Pro 6N. Это 16,5-сантиметровый среднечастотный динамик из серии Pro N. Такая вот желто-бело-черная коробка в фирменном стиле компании. В комплекте идет гарантийный талон, руководство пользователя на одном листке. Масса магнита почему-то не один просто указан. Звуковая катушка 1,5 дюйма. Диффузор целлюлоза, то бишь бумага. Установочная глубина 65 мм, сопротивление 4 Ома. Ну и все, больше тут ничего полезного нам нет. Кроме динамиков и инструкции, в коробке больше ничего нет. Вот так выглядит динамик. Динамик идет на литой алюминиевой корзине с уже вклеенной сеткой. Смотрится круто, конечно. Никаких пенок, ничего тут не нужно. Тут алюминиевое прижимное кольцо, да, ну то есть сама корзина. И целая куча отверстий, как хотите, так и крутите. Двойной подвес, большая волна, диффузор из бумаги, довольно-таки плотный, пуля фазовыравнивающая, и здесь такое декоративное колечко на сетке, чтобы пуля вот так выглядывала. Ну, прикольное решение, красиво смотрится динамик, видел я их в машине, как они установлены, прикольно вообще это все выглядит. Значит, с тыльной стороны мы видим, что это у нас действительно литая алюминиевая корзина со шлифованными местами. Видно, что это все сделано аккуратно на станочке. Никаких тяпляпов, заусенцев и так далее. Катушка 1,5 дюйма, шайба черная, довольно-таки жесткая. Подводящие вшиты в шайбу. Клеммы одинаковые, плюс-минус подписан. Неодимовый мотор, здесь какие-то отверстия, похоже, что для дополнительного охлаждения, возможно, ошибаюсь, но сквозные, через них при определенном освещении видно катушку. И тут наклеечка небольшая, ну, в традициях SWAT, немножко криво наклеена. Вот такой вот динамичек, да, еще вот здесь вот ушко есть, такое же. Я так понимаю, это просто сразу на заводе идет дублирование. Мало ли, вдруг на такой корзине будет сабвуфер двухкатушечный. Заявка от 120 Гц. Ну, послушаем, посмотрим. Расскажу свое мнение, то, что я услышал на прослушке. Поделюсь с вами. Не переключайтесь. Итак, ребят, писать мне, подписывать динамик некогда. Буду показывать пальцем. Значит, сразу скажу, буду включать только 1,5-дюймовые катушки. Так как у этого динамика 1,5-дюймовая катушка, а сравнивать мы будем именно его. Это у нас SWAT SP Pro 6N. Его включу и вот эти вот 6 штук. У всех у них 1,5-дюймовая катушка. Делать выводы вам. Я скажу лишь свое скромное мнение. Никому его навязывать не буду. Так, погнали. Срез от 100 Гц четвертым порядком. Чистая середина, никаких заявок там на Медбас вообще нет. Воспроизводимый диапазон частот, заявляемый производителем от 120 Гц до 10 кГц. Ну прям 120 он не играет, он играет повыше. Я бы не советовал его ни 100, ни 120 резать. Это чистая середина, это не низкая играющая середина. Резать надо гораздо выше, 200-250, лучше вообще 300. Середина крикливая, резкая, как любит молодежь, которым хочется, чтобы слышно было далеко и слышно именно человеку, а человек слышит хорошо средние именно частоты, и для этого динамик очень отлично подойдет. Подойдет как среднечастотник в громкую трешку или в двушку, если полные двери будете ставить.
на панч от них я бы не рассчитывал, если их там не будет, конечно, большое количество в дверях. Вот такое мое скромное мнение. Надеюсь, вам обзор понравился. Если понравился, ставьте палец вверх. Если не понравился, ставьте палец вниз. Но в любом случае, подписывайтесь на канал. Будет еще много и очень интересных обзоров и новинок. Оставайтесь с нами. Пока.